В ловушку попали горе-туристы в заповеднике Утриш. Им потребовалась помощь спасателей. Двое молодых людей, гостей Анапы, решили прогуляться по заповедным тропам Утриша в обход правил. Они свернули с безопасного маршрута и застряли в горах. Бедолаг обнаружили лесники. Они вызвали спасателей. С помощью альпинистского снаряжения туристов сняли с горы. Теперь их приключениями займется полиция, поскольку они нарушили правила посещения заповедника.